Хей, йоу, гейс, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игруху под названием... Блин, я даже забыл, как называется игруля. Блин. Олин какой-то там кинг. Ладно, что у нас происходит? Давайте, короче, пойдем чисто... Зеленая тропа, да, там есть все-таки проход. И он отображается. Значит, пойдемте, давайте чисто направо только. Только направо. Откроем все закрытые места. Чтоб я больше понимал переходы между локациями. Чтоб я более-менее понимал переходы между локациями. Так, комары меня уже атакуют. Ой, немножко кнопочкой перепутал. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ой. Таймер забыл врубить. Не, это враги вообще ни о чем. О, не, вот эта херня, такая механика тоже прикольно. И помогу отбивать копья вражеские. Так, это я зашел сюда, да? Потом, если пройти туда, здесь я встретил темноту. Ага. Это просто место, куда я не могу пройти. И это тоже не работает, значит, нужно что-то другое искать. Окей, то место у нас закрыто. У нас еще две локации, куда мы можем сбегать. 4. 5. Так, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Шестой, куда я не могу попасть, потому что у меня нету либо двойного прыжка, как я понял. У меня он нужен. Прыжок. Так, там у нас, кажется, темнота, да, была? Да, здесь у нас чисто темнота. Пойдемте сюда. Что здесь у нас было? Копейщик. Копейщики это. Короче, можно их только атаковать, когда они атакуют. Ага, добро. Ух ты ж, ё-моё. Да ё-моё. Я еще не очень, на самом деле, привык. Раз, два, три. Так. Ух. Блин, там две монетки. Так, окей. Не, ну за эти хотя бы побольше гео дают. Зараза, улетай. Нет. Так, готово. Нужно думать умно, потому что сейчас не так сильно пойду или не туда.
считай, придется заново защищать. Ё-моё. Ну ладно, пойдемте вниз. Так, забытое перепутье. Что это у нас за место? Какое-то просто ровное место. Ой. Прыгун. Так, наверху еще одно яйцо. Ага, это я вышел в этом проходе. Окей. Тоже интересный проход. Секретный. Дома какие-то, либо города. Закрытый лифт. Окей. Хорошо, у нас там был какой-то... Какая-то муха, либо типа того. Пойдемте тогда грохнем ее. Если это вообще враг. Так, здесь тоже можно наверх подняться. И, короче, сходим тогда туда к мухе. Потом сходим... Посередине, я вижу, еще там проход есть. Ну, не там, где именно значки. А немного ниже. Ладно, сейчас придумаем. Что я не могу уворачиваться? Вот это для меня очень такая проблема. Очень-очень, да, проблема. Так, прыгуна здесь больше ж не должно быть. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Все? Это весь босс? А как его зовут хотя бы, не? Ой, там что-то вылазит. Ты ж ё-моё. Ай. Окей, это был босс. Спрыгну, считай, сдохну. Бежим нафиг отсюда. Так, а будет ли безопасно по этому пути идти? Нет, потому что у меня... Есть девой питомец вообще с другой стороны. Блин, я хочу дэш делать, я хочу перемещаться между врагами. Ну понятно, если активирую, и у меня просто шкала заполнится. А, мне только туда и да идти. А не. Здесь денежка. Просто денежка. Как раз я куплю себе то, что я хотел. Так, ну на тех, блин, нужно много ударов. Конечно, на этих тоже они меньше. Так, нужно выше. Так, окей, через здесь я ж... А, это хороший. Ага, вот у нас карта дорисовалась. Там лавочка внизу, получается, тоже есть. Если спрыгивать. Значит, у нас еще есть невидимые места. Было это давно, но я прекрасно помню, как эти трактиры и перепутья полнили жизнью. В этим туннелям и воздуху пассажиров еще в дни твоей молодости. Они уже давно канули в лето. А я все здесь. Теперь же, кажется, тут остались ты да я. Да всякие маленькие твари, что краткой кребутся да ползают вокруг нас. Желаешь переехать на туннелях рогачей?
Перепрыгивай на платформу, дай мне знать, если так быстро можешь переместиться. Да, это получится здесь. Довольно такое место на самом деле большое. Тут тоже есть, на ведь как вы видите, перепутья вот эти. Поехали. Я только что понял, что это блоха. И это в таком месте. Это в чем-то, в каком-то доме было? Что это? Ё-моё. Так, тут тоже еще какая-то дверь, но она закрыта. Папа надо. Давай покупаем последнюю метку, которой я не могу на самом деле пользоваться, да? Или могу? А ну. Так, сохраниться. Нет, взять. Сядь. Горка, каменный глыба с гербом солнца. Лонесса. Сзади есть штырь, который может войти в углубление. Кажись, это ключ. Ага, так выглядит у нас сейчас карта, да? Да, все-таки у нас есть спуск вниз. Там есть лавочка, где забытые в этой перепутье. Еще немного дальше там есть тоже проходов до хера. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим и поймем, куда и что. Сначала мне нужно пойти в ту сторону. Может, ключ все-таки от этого места. Этот герб солнца. А, нет, все-таки, окей. Короче, тогда вызываем жучочка нашего. И отправляемся. Отправляться мы будем... Будем, только вот куда я вот думаю. Я не в ту хату зашел. Как мне Рилли вот тогда помечать? Потому что у меня как бы... Здесь этот... Черт. А, она не пополняется, блин. Блинский. Ладно. Поехали. Поехали, поплыли. Скрипит полочка для лавы. Так, давайте тогда здесь отдохну и пойдем. Блин, вниз, короче, мне нужно. Так, вниз. Туда, да? Да. И просто идем по прямой. Здесь это червивая дорога. Здесь это червивая дорога. Блин, может подключить геймпад лучше будет? Геймпадом будет лучше просто на клаве. Точно, там же кислотная, где-то дорога должна быть. Да, я не мог попасть. Да, я не мог попасть наверх. А там то, что мне нужно, походу. Так, тихо. Да, здесь, оказывается, был проход. Лавочка. Это водоем или что? Теплые водоемы. Так, снизу я не помню, что у нас. Кажется, было связано там с кислотой, если не ошибаюсь.
Я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Так, я туда вообще попасть не могу. Хорошо. Тогда у нас один проход остается, это вниз, там, где вот та лавочка. Вот что это он делает, он плечом меня решил захерячить. Камнюха. Все. И все. А, пойдемте поверху попробуем. О, да, я могу сюда пойти. Да ладно, он зацепил меня. Да отстань ты от меня. Темно. Ладно, полностью. Нужно восстановиться, нужно, короче, пойти на ту скамейку. Так, не туда. Я это спрыг... Я уже... Слышь, я туда спрыгнул, чел. Бледный. Ладно, на одну хилку возьму. Ладно, побежали. Убежали, побежали. Да, походу это был босс. Место, куда мне не попасть. Класс, где лавочка? Класс. Лясненько. Так, хорошо, это просто сокращение пути сделал. Пойдем в дом, посмотрим, что здесь. Слушать. Оро, простофиля. Ты держи свой взгляд как дубину. МС. Как глубоко еще нам нужно идти. Ох, что? Ты кто? Вот оно что. Мы в старой деревне. Кто за так чудные грезы привели меня сюда? Не найди ты меня, я бы вряд ли когда-нибудь проснулся. Меня зовут Слай, я живу в... Вполне себе обычной жизнью наверху, в грязмуте. Воздух в этих руинах не по мне. Так что будет лучше, если я поспешу домой. Если вернешься наверх, заходи ко мне. Пожалуй, я самое дружелюбное создание на поверхности. Я должен образом благодарю тебя за спасение. Значит, ты... Так, исследуешь мир, смело ничего не скажешь. Множество... Так, отважных странников, ведомых жаждой открытий, сдвинуло в этих старых пещерах. Но у тебя, я погляжу, есть взгляд, и по одному твоему виду понятно, что ты имеешь им пользу, умеешь им. Значит, ты... Так, все это было. Было. Что, теперь обратно наверх получается идти? Получается, что да. Погнали. Быстро поднимемся, быстро к нему зайдем, быстро он нас даст то, что он хотел нам дать. Либо мы можем пойти вниз. Блин, это что я не могу использовать, блин, кувырок у ворот, я не знаю, блин, я хочу его юзать.
Поехали, поехали быстрее. Это не пропускает. Не пропускается, отлично. Вверх, вверх, пожалуйста, быстрее, быстрее. Сейчас я выйду. Третья дверь должна быть открыта, да? Мысли. А он живет здесь. Пойти. Ах, привет. Я знал, что ты встретимся снова, как тебе мой уютный магазинчик. Я тут неплохо устроился. Сижу на продаю безделушки всяких путешественников типа тебя. Если планируешь спуститься вниз, у меня есть для тебя пара полезных для выживания вещей. Так, осколок маски. Это старье. И сейчас чего-то большего. Может, тебе и пригодится, кто знает. Так, черепок сосуда. Черепок сосуда души. Знаешь, эти призрачные... Так, круглые штуковины. Мне не очень... Так. Импонируются эти ауры. Но товары редкие, поэтому возьму за него прилично. Ни хера себе. Простой ключ. Все просто. Это простой ключ. Подойдет ко многим простым замкам. Пригодится, если хочешь... Залезть туда, куда не следует. Окей. Так, за грубущий какой-то рой. Нужна ячейка. Короче, это кольца, да? Бывало такое, что торопишься куда-то сквозь пещеры, а позади осталось так много разбросанного гео. С этим амулетом к тебе в карман прилетит вся мелочь, раскиданная на земле. Это отличная вещь. Крепкий панцирь. Вот, блин, я бы эту купил. Так, крепкий панцирь, жизнь в холодце не сахар, вечно тебя подгоняют и бьют. Это амулет позволяет довольно оставаться невредимым после ударов. Полезен, если хочешь спастись из передряги. То есть это типа брони, да, на один раз? Это уши и фонарь. Что важнее? Свет, освещающий путь или друг, который с тобой? Лучше и то, и другое. Купи этого яркого дружка, и он осветит тебе путь сквозь самую густую тьму. Это, замечу, не так. Тухлое яйцо. Нашел это под прилавком. Должно быть, какая-нибудь тварь сложила, пока я был в тех развалинах. Не хочешь купить? К слову, по его запаху я точно не буду скучать. В принципе, можно купить осколок маски, это во-первых. Скорее всего, маска осколок — это наше ХП. Я куплю. А, нужно 4 куска найти. Блин, ё-моё, я думал, это типа одна из двух частей будет. Окей, погнали тогда по-быстрому вниз. Так, пока спускаемся, посмотрю. Да, это значок торговца. Поехали, поехали. Поехали, поехали отправляться. Так, сразу отдыхаем. Побежали. Так, вниз и вправо. А что у нас справа? Что у нас справа? Да, это та дорога, поэтому погнали. Потому что больше мне некуда идти на самом-то деле. Только сюда. Там закрытые ворота. Я тут не спущусь. И что мне делать? Давайте думать, куда я могу еще пойти. Блин. Это тупо, я заблудился, считай. Окей, у меня есть варианты. Можно сходить там, откуда мы пришли. Там немного вверх пройти надо было.
сейчас еще выше, видите, там тоже какой-то мини-проходик есть, но мне кажется, там нужно залетать. Там попытаемся. Или нет? Так, здесь этот здоровяк, да? А, так его можно и так бить. Главное вовремя отходить и прыгать. Да. И оказывается, да, я его убивал, оказывается. Это во-первых, и оказывается, что мне придется... Я что тут? А, не, я тут был, просто тут все в шипах. Ага, каев. Что мне получается остается делать? Только два прохода, да, у меня? В самый низ. Ну, с правой стороны вообще там. Далеко-далеко и нужно бежать. И в зеленой этой тропе. Да-да. Где будет быстрее? Ладно, побежали тогда сюда. Поехали наверх, он меня сейчас довезет. Я спрыгаю, прыгаю в колодец. Я так сокращу какой-то промежуток хотя бы времени. Какой-то промежуток времени сокращу. Сокращу. Так, отлично, поехали. Самое странное то, что я главные карты, ну, новую локацию там открыл, а мне не дали, типа, на покупку карты. Так, или там все-таки прохода не было? Заглянем. Опять я тупанул, ладно. Непривычка ставить просто кнопки на... Да, походу тут было кислотная херь или там прохода не было. Бля, я уже, оказывается, тут был. Ой, трачу только время, черт, значит, поднимаемся наверх, там пройдем мы... новую локацию и что-то придумаем. Да и придумаем, потому что я больше не вижу вариантов, куда можно еще пойти. Все закрыто либо все недоступно, плюс у меня не работает цешка, почему я не могу перекаты делать. Почему я не могу делать перекаты? Главное, чтобы там этой твари не было. Да нету, отлично. Так, у нас тут ядовитые поля. Плотина. Кислотина. Все, да? Зеленая тропа. Дальше у нас открывается путь в неизвестность. О, кусты! Живые кусты. Здрасте. Они хотя бы убиваются с двух ударов. Чтобы здесь ничего не было, странно. Короче, какой-то тип вонючка.
Парня, походу, точно трогать не следует. Блин, я подумал, кислота здесь обычно уже валяется. Воу-воу-воу. Хорош. Так, этот челик просто на перекатах. Я не понимаю, где у меня платформа, на которую я могу прыгать, а на какую я не могу прыгать. Блин. Воу-воу! Я только заметил. Отлично. За него тоже дают так прилично. Так, у меня два варианта. Что за кусты? Что за кусты такие? Интересные. Блин, главное, карты нет, черт. Куда я иду, непонятно. Сейчас заблужусь снова. Скамья есть, отлично. И скамейка, это хорошо уже. Так, хорошо, сверху, хорошо, хорошо, много до хера хорошо. О! Деньги нашел. Хорошо, хорошо, это всегда очень хорошо. Хотя, давайте, короче, я... На этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем. Сейчас, нужно до лавки дойти. Всем удачи и всем пока.